Всем привет, друзья! В студии Регина Якупова, в эфире «Универ Ньюс». Только самые свежие, самые интересные и самые актуальные студенческие новости. Все для тебя, студент, сегодня в выпуске. В новом году Казанский федеральный продолжает принимать гостей. В этот раз визитом прибыла делегация компании «Хайер». Секрет педагогики раскрыт. КФУ готов выпустить педагога будущего. Спартакиада среди сотрудников КФУ продолжается. В Казанский федеральный с визитом прибыла делегация крупнейшей китайской компании «Хайер», производящей бытовую технику. К какому плану дальнейшего сотрудничества пришли стороны, смотрите далее. Крупнейший на китайском рынке бренд бытовой техники «Хайер» год назад открыл предприятие по производству холодильников в Набережных Челнах. Для тестирования входящих в производство материалов и компонентов компания обратилась к лабораториям Казанского федерального. Мы рассматриваем сотрудничество с лабораториями КФУ для того, чтобы помимо прикладных тестов, да, нужных нам развивать дальнейшее сотрудничество уже в фундаментальных исследованиях на будущее. Гостям представили лабораторию Института физики и химии КФУ. По словам представителей делегации, оборудование вуза производит мощное впечатление. Институт физики, например, имеет лучшее оборудование в области ядерного магнитного резонанса. Как бы мы поняли, что по ряду моментов мы сможем сотрудничать, в частности, по определению химического состава вещества. Это нам нужно для металлов, которые мы используем в нашем производстве. Это была первая встреча по решению данного вопроса. В скором времени будет разработан перечень предстоящей работы и необходимого оборудования. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Что ни минута, то свежие новости. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюс». Победители ралли «Дакар-2017» и «Африка Эко-Рейс-2017» торжественно встретили в Набережных Челнах. Российская спортивная команда «КамАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар». Гонконгский грипп продолжает наступление. В Республике Татарстан выявлено почти 90 заболевших. Любой грипп прежде всего опасен своими осложнениями, и в период подъема заболеваемости важно соблюдать элементарные меры профилактики, как отметил главный инфекционист Республики Татарстан Халид Хаиртынов. Единственный способ предотвратить заболевание гриппом является своевременная вакцинация. В Институте физики Казанского федерального университета будет создана базовая кафедра Объединенного института ядерных исследований. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований – ядерная физика, физика элементарных частиц и исследование конденсированного состояния вещества. На острове Грать-Свиярск открыли новый информационно-образовательный центр «Всемирное культурное наследие» Казанского федерального университета. Центр войдет в структуру Института международных отношений и истории востоковедения и объединит в себе образовательную, презентационную и выставочную площадки. В Нижнекамске состоялся финал конкурса красоты «Мисс Нижнекамск-2017», где приняли участие 10 девушек. Самой красивой девушкой Нижнекамска была признана ученица 10 класса местной гимназии номер 1 Диляра Мирзаханова. Наука и педагогика не стоит на месте. Обновляются учебные программы и появляются новые технологии. Логично предположить, что и учителя не останутся прежними. Каким суждено стать педагогу будущего, расскажут в Казанском федеральном. Обучение в рамках проектов направления стратегической академической единицы «Учитель 21 века» проходит по специально разработанным образовательным программам. Созданием данных программ занимаются одни из самых лучших педагогов и психологов не только Казанского федерального университета, но и многих других зарубежных вузов. За недолгое время работы новой стратегической единицы экспериментальный запуск магистратуры нового образца по подготовке учителей уже показал свои первые результаты. Отличие этого набора в том, что помимо педагогических навыков, здесь очень активно выражен и психологический аспект преподавания, знание психотипов, умение правильно подавать материал, работать с ним и многое другое. Практически каждый магистрант, обучающийся в нашей магистратуре, обязан работать в школе. Это не только практика, и не случайно образовательный процесс у наших магистрантов в основном происходит только вечером, после того, как они отработают в школе.
проекте мультикультурной подготовки учителя принимает непосредственное участие ученый с мировым именем из США Дина Бирман, профессор отделения исследований в области образования и психологии Высшей школы образования Университета Майами США. Как утверждает директор Института психологии и образования КФУ, будущие педагоги не остались в стороне от передового международного опыта. И, кстати, к новациям университетских педагогов и психологов уже есть значительный интерес со стороны зарубежных партнеров. Я скажу лишь буквально о самых, наверное, известных. Это университеты Оксфорда, Мичигана, Аризоны, Глазго, Дублина. Мы активно работаем на постсоциалистическом пространстве с вузами Польши, Болгарии и других стран. Мы работаем с вузами на постсоветском пространстве. Это Казахстан, это Узбекистан. Начинаем работать с Киргизией. С какой целью? Дело в том, что в каждой стране имеется свой, пусть положительный, а иногда даже неположительный опыт, который мы должны знать, трансформация педагогического образования. Совсем скоро в процессе обучения студентам предстоит познакомиться с мультикультурализмом. Будущих педагогов обучат по специальной программе мультикультурной подготовки учителя, сформируют позитивное отношение к своим ученикам, учебному процессу в целом и так далее. И все это способствует повышению качества подготовки магистрантов. Уже сегодня можно говорить, что практически все они, во-первых, не только работают, но и все они будут востребованы региональной образовательной системой. На них огромный спрос лишь по одной причине, что это учителя новой формации, это учителя более высокой квалификации, нежели бакалавры, и те учителя, которые готовы работать с самыми разными категориями детей, и прежде всего с талантливыми детьми, а для таких детей, как мы знаем, нужен совершенно другой педагог. Судя по полученным от российских и иностранных разработчиков этой программы данным, итоговым результатом должно стать не только профессиональное, но и личностное становление учителя. И это еще один из результатов работы проекта стратегической академической единицы «Учитель 21 века». Однако работа на этом явно не заканчивается. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. 18 января в КСК «Уникс» прошел турнир по шахматам среди сотрудников и преподавателей КФУ в рамках спартакиады «Будь здоров». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. Сегодня, 18 января, в КСК «Уникс» прошел турнир по шахматам среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета. В одной из самых популярных логических игр приняли участие 13 команд. В этот раз им пришлось не проявлять активные физические способности, а приходилось просчитывать ход соперников на 2-3 хода вперед. Периодически у нас в лицее проходят соревнования, и на основании этих соревнований были выбраны сотрудники, которые приняли участие в данной спартакиаде. Быстрые шахматы или же рапид зарядили участников неистовыми эмоциями, которые они старались в полной мере удержать в себе. Ведь какой бы ожесточенной и захватывающей ни была игра, поражение всегда обидно. Накал страсти очень-очень, я бы сказал, высокий и очень интересно. Как бы люди ни играли, все равно неприятно проигрывать. Все понимают, что это, конечно, вроде бы с одной стороны дружеское какое-то соревнование, а с другой стороны всегда хочется занять более высокое место. Поэтому в этом плане мы как экономисты знаем, что конкуренция всегда двигатель, в общем-то, экономического развития. Всегда это, в общем-то, в конечном счете дает положительные эмоции. В этот раз в турнире по шахматам главный бой развернулся среди сотрудников Института физики и Института математики и механики имени Лобачевского, которые сразились за первое и второе место. В этом году победу одержала команда Института физики. Следующим видом спорта станет волейбол, который пройдет с 21 по 22 января. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все. Всем отличного настроения. Пока-пока.